Ну, а что касается цифр уборочной, здесь картина тоже весьма достойная. Уборка зерновых близится к завершению. Средняя урожайность в этом году 35,7 центнеров с гектара. Намолочено более 7 миллионов тонн зерна. В целом по стране осталось убрать 7% площадей. В лидерах по-прежнему Минская область. 1 миллион 824 тысячи тонн зерна. За ней следует Гродненская. Первыми жатву закончили аграрии Брестского региона. Почти у финиша Могилевская область. А вот в северном регионе еще предстоит убрать 30% площадей.